Восточно-Казахстанскую область посетил премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагынтаев. В ходе визита глава кабинета министров ознакомился с работой обогатительной фабрики Бакырчикского горнодобывающего предприятия в Жарминском районе. Сейчас горнообогатительный комплекс производительностью 2 миллиона тонн руды в год является одним из наиболее крупных проектов индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области. В сентябре здесь была получена первая тонна золота в концентрате. В ходе встречи директор предприятия Юрий Овчинников также рассказал, что объектом инвестиций в проект составил 102 миллиарда 940 миллионов тенге. Утвержденные балансовые запасы руды и месторождения оцениваются в 280 тонн золота. Для поселка Ауэзов данное производство является жизненно необходимым. Сейчас здесь работает порядка 1100 человек, большая их часть из местного населения. Предприятие на постоянной основе оказывает спонсорскую поддержку социальным объектам Жарминского района. Более 4,5 миллиарда тенге налоговых средств было вложено компанией в местный бюджет за 4 года. С развитием Бакырчикского горнодобывающего предприятия поселок Ауэзов значительно преобразился как в экономическом, так и в социальном плане.